в конечном итоге будут снижаться цены на старт. Вот. Буквально на днях мы посмотрели на то, с каким лагом реагируют рынки товара на финансовые рынки. Это где-то 6-7 месяцев. Вот и по результатам 2008 года, то есть учитывая, что финансовые рынки были на пике в марте месяце, мы можем ждать где-то в сентябре-октябре коррекции цен на старт. Вот. А в целом, да, понятно, что это повлияет на украинскую экономику отрицательно, вот, но положительное влияние будет от снижения цен на нефть. Вот, сталь и нефть будут двигаться примерно одинаково по цене. То есть, если будет в целом снижение по товарам, то нефть это тоже должно затронуть. Вот. Но важный момент здесь, что касается нашего торгового баланса, что касается внешнего сектора, вот, то как раз на цены на сталь экспорт реагирует быстро. А вот что касается цен на нефть, да, то есть та часть именно импорт нефти очень быстро среагирует, а вот цены на газ будут еще очень долго высокими. Поэтому будет такой временный перекос в платежном, не во всем платежном балансе, а в части, которая касается торговли. Вот. Мы, например, ожидаем, что с учетом того, что цена на нефть, может, если она останется в районе $100 за баррель, то снижение цен на газ начнется только со второго квартала следующего года. Вот. Ну и постепенно он достигнет около $370 за кубометр к концу года. Вот, но все равно в первом-втором квартале она будет высокой, около $400.